И всем привет, мы продолжаем играть в ультрачайных девок и продолжаем мы наше путешествие по канализации. Недовистой канализации, эх. Я вернулся наверх, я сохранился в прошлый раз, чтобы не потерять прогресс свой. И окей, идем вниз. Ничего не пропустили, все как обычно. Хотя я еще мог обратно вернуться, кстати, в этот... Алтока, остановись. Давайте так... Стонать. Я могу вернуться туда обратно, в этот... На эту базу. Не знаю пока зачем, но может... Все-таки можно, наверное, вернуться туда в будущем. Наверное, я погорячился, сказав, что мы туда не вернемся больше. Все-таки... Вполне вероятно, что мы туда вернемся. А пока... Пока мы следуем течению, точнее, против течения плывем. Кажется, мы можем выбраться по этой лестнице. Да, наконец-то, наконец-то, свобода. Все лучше, чем... Опа, вон, я слышу... Какой-то звук слышу, а это вот эти дураки ползут. Все лучше, чем эта канализация вонючая. Я даже боюсь представить, как эта штука пахнет вообще. Ужас. Жижа какая-то. Субстанция загрязнительная. О, вау. А, так и должно оно выглядеть. Почему оно... Что... Подожди, что произошло? О, это место, это... Кладбище? Похоже... Что это такое? Куда я вышел? У меня игра сломалась или что это такое? Она не просто выглядит как кладбище. Это и есть кладбище? В любом случае, этот весь город и есть, по сути, кладбище. По крайней мере, это место с захороненными телами. Это не проблема. У меня была способность видеть призраков с тех пор, когда я была ребенком. А, вот как. Интересно. Интересная деталь. О, правда, если нравится оккультное что-то. Я знаю парня, которого должна встретить. Ох, я скорее бы его встретить, если я встречу когда-нибудь, за что. Ну, похоже, что нет. Он даже больше идиот, чем ты. Что скажешь? Ну, сначала нам нужно выбраться отсюда. Я вообще не понимаю, что это такое? Куда мы выбрались? Почему канализация ведет какой-то раскрашенной... фигне? Надеюсь, у меня игра не сломалась. Просто какой-то этот... парк аттракционов, и просто мы вышли в какой-то аттракцион. Дом с привидениями, типа того. Нет. Что происходит? Где мы реально находимся? Ужас. Окей, стикер я вижу. Точнее, не стикер, а чтобы там спрятано не было. Надеюсь, подожди. Я не могу туда пойти. Я могу только вперед идти. Что происходит просто с игрой? Игра сломалась или что? Надеюсь, нет. О! Опять стикеры? Я могу посмотреть свою коллекцию. А, носки. Стоп! Серьезно? Или что это такое? Подожди, это получается первая глава? А это вторая глава? Окей, ну по сути, это те же самые стикеры, которые были в первой главе, но... просто на каком-то другом фоне. Я думал, что-то поинтереснее будет. Похоже, что правда то же самое. Даже вместе с Масару. Хотя его больше с нами нет. Помянем еще раз. Помянем Масару. О боже, опять спецназ! Всем лежать, спецназ работает. Бэм. Окей. Что ж. Идем дальше. Довольно яркая улица. Верно, красивые девушки придумали. Интересно.
Я не знаю, похоже, ты про... что с этими облаками просто искусственными, абсолютно искусственными? Куда я попал? Это какой-то реально парк развлечений, я чувствую. Точно парк развлечений. Ну что ж. Пускай так. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Попробуем снарядить свою пулю. Как, не знаю, как это будет работать. Эффективность. Количество. Давайте количество возьмем. Могу другие пули снарядить, подождите. Как не поменять другие пули? А, вот движение. Танец. А, у меня больше нет. А, понятно. Это всего лишь 3 пули. Окей. Теперь мне максимум 65 патронов вроде бы на брейке. Вау. Мужчины, вы как сюда попали? А, вы в порядке? Похоже на то. Если мои варианты между порядки и не в порядке. Я довольно чертовски далек от порядка. Но мы тоже на самом деле не прям уж и в порядке. Я не думаю, что какой-либо взрослый в этом городе в порядке. Взрослый. Возможно, но это не делает, не чувствует, не заставляет меня чувствовать себя лучшим. Никогда не ожидал чего-то подобного. Я здесь жил 10 лет. 10 лет? Вы отсюда? Тогда вы знаете, почему дети себя так ведут? Ни хрена я не знаю, но я знаю, что они сделали. Они, эти дети, они убили мою семью. Сделали диораму из тел. Да, мы уже видели что-то. Ой. Вы можете это представить себе? Ну да, мы видели это. Хотя нет, такого мы не видели. Видя вашу семью, тело вашей семьи прибито к стене, шеи зафиксированы в позицию с веревкой. И зная то, что вам просто остается лишь прятаться и смотреть им, как они это делают. На уж, приятель, сочувствую. Вы не можете представить, не так ли? Это нормально. Все нормально. Вы должны представлять себе что-то такое за всю свою чертову жизнь. Так почему? Почему я? Хотел бы я быть снова нормальным. Хотел бы я не видеть этого. Что я сделал? Чем я заслужил это? Да уж, и чем таком поможешь человеку? Ничем. Ситуация, конечно, это прям чересчур безумная, поэтому тут никак никому не поможешь, наверное. Люди так навидались уже всякого. Ну где? А, серьезно? Должно быть башня Товы. Это в этом городе есть такой район? А, серьезно? Точно не парк развлечений или что? Кажется, можем идти по реке. Вау, оба, сколько там моно. Забрось в реку эффективность. Окей. Серьезно, я просто умер? Я тоже упал в реку или что? Ну, спасибо, игра. А, серьезно? Такого я точно не ожидал. Что я просто возьму и умру? Ну окей. Ну это честно. Если они могут умереть так же, я так же. Ну. Все честно. Да за что? Что такое? Окей. К черту эти отталкивание. Лучше спецназ столкну, а других убью просто. Другими пулями. Серьезно, что за безумие? Ужас. Ужас. Он не упал. А, упал. Быстро. Бяу. Хорошо. Это умение опять четкий выстрел. Окей.
Могу только столкнуть в реку. Окей. Не могу. Не очень-то и хотелось. Похоже, до башни еще придется добираться прилично. Потому что мы даже еще не близко. Вроде как. Ой, я знаю, что это комната. Нет. Что-то новое. Здесь какая-то странная машина стоит. Для известных по всему миру IT-организаций Това и правда любит создавать странное дерьмо. Согласен. Согласен. И еще одно обучение для вас. Спасибо. Это устройство, это проектор голограммы, созданный, используя технологии Товы. Если вы ее включите, видео ребенка появится. Возможно, дети смогли его улучшить. Кажется, что Монокуму любит современные технологии, потому что они привязаны к нему. К ним. Но это даже не описывает. Не издает никакого звука, так что. Единственные враги, кто могут увидеть его, среагируют на него. Используя эту специальную способность, я уверен, что вы сможете уничтожить всех врагов за один выстрел. Если вы еще не поняли этого, используйте. Включите с помощью движения. Окей. Надо выстрелить сюда. Потом сюда. Окей. Посмотри, 70 выстрелов, жесть. А давай, знаете, как делаем? Я не боюсь ничего. Я даже не хочу тратить свое время на это. Чего вы тут стоите, приятели? Видите, мне не нужны никакие обучения. Спасибо, игра. С меня достаточно. Я отказываюсь принимать участие в ваших играх. О, опять этот дурацкий ребенок. Посмотрите, что он делает. Отвратительно. Сгинь. Окей, давайте посмотрим, что на того пацана. Мне интересно стало. Театр Монаки. Она стоит. Она может стоять? Что? Она все это время обманывала? На самом деле она может стоять? А, боже. Я ненавижу эту штуку. О, замечательная голограмма. Покричать. Успокойся, женщина. И правда, успокойся. Мы здесь не за развлечениями. Теперь Монако спит. Интересно. Что же это такое? Что это обозначает? О, интересная дверь Монокумы. Особенная дверь. Что ж, пройдем-ка туда, пожалуй. Угол, можешь меня пустить, пожалуйста? Спасибо, угол. Написано, не входить, убьет. А где только? А вон она. Что ж ты от меня прячешься, дорогая? А что это? О, Монокума француз, смотрите. А где ваш богет? Где ваш богет, Монокума? Ха. Не поделитесь ли вы... О, боже. За что так пугать-то? Вижу. За что? Я думал, мы с вами друзья. Я думал, я хотел просто багет у вас попросить, но нет. Опять это... Хватит, игра. Сколько можно? Я понял, что тебе нравится эта игра, мини-игра, но... Окей, только теперь ты мне мечи мешай. А, все нормально.
Окей. Снова на помощь, то... Окей. Давай, иди, покажи ему свой танец. На, мне, ну, окей, это забавно. Это его танец, это забавный. Мне нравится. Опа, что это такое? Какого черта, я их вообще нет, никого не видел. Мое сердце просто сейчас выскочит. Дайте мне посмотреть. А это Нагита? Я думал, кстати, похоже было на секундочку, что это Макото, но... Рыжие волосы. Я вижу один. Ноль. А, дальше непонятно. Интересно. Показалось, что это Макото, но да, это было бы... Ну, в принципе, они, по сути, один и тот же человек, правильно? Нет, в скобках нет. Это шутка была. Так вот, да, так что неудивительно. А, ну окей, мы потихоньку продвигаем. А, вот она, кстати, уже. А. Я говорил, что мы еще долго будем идти, но на самом деле, на самом-то деле. А, ну давайте посмотрим, что здесь, мне интересно. И да, тут какая-то штука, поэтому... Вау, что это вы там стоите, обнимаетесь? Ва-а-а. Весело всем... О боже. Я с ума сойду просто с этими школьниками, это просто ужас. Это просто ужас. Книжка, окей. Воспоминания Джотаро Кимури, все, что мне нужно было. Лица демонов, лица, которые делают демоны, когда я охочусь за ними, серьезно, всегда самое лучшее. Верхушка теплого молока всегда липкая, окей. Интересно. Когда демон прижат к стене, он всегда стискивает свои зубы или открывает медленно губы. Но в конце концов, когда я убиваю их, они всегда открывают свои губы и безумно трясутся. В любом случае, звук, когда колокольчик, который звучит, когда вы входите в магазин, звучит мило, верно? Люди, которые делают эти вещи, должно быть, имеют плохую личность. У людей, которые делают красивые или милые вещи, плохое отношение. С другой стороны, я не делаю красивых вещей. Я делаю ужасные диорамы, но мое лицо и моя личность ужасные. Я единственный, у кого болит живот, когда он чует запах риса от машин для приготовки риса. Всегда знал это, всегда. Всегда лучше атаковать с обеих сторон, когда хочешь на демонов. Таким образом, даже если они пойдут налево или вправо, или назад, они всегда будут убиты. В момент, когда... Прямо перед тем, когда они впадают в отчаяние. И они знают, что умрут. Это и правда всегда замечательно. Замечательно. Правда. Кому до сих пор очень нравится Джотаро? Да явно не мне. Серьезно, я прям... Не люблю его. Остальные, по крайней мере, не такие вроде безумные. Вот, кроме Джотаро, кого мы еще видели, кто вот так прям отзывается о людях, что он прям так любит их упивать? Монако, ничего вроде Монако, ну просто она, типа, их лидер, она, у нее явно какой-то план есть. Котака, вроде как ничего такого не говорил, что она прям кого-то убивать любит, или там кайфует от убийств и прочего. Вроде как, она тоже неплохая. Масару тоже ничего такого вроде не говорил, но мы видели его уже. Настоящее я его. Поэтому, не знаю, про него. Нагиса. Тоже вроде как раз таки, ну, самый адекватный, наверное, из группы, но все-таки влюблен в Монако. Ну, детишки, конечно, пошли. Ну, молодежь. Так это башня Това. Она невероятно огромная, когда вы так близко. Огромное, это хорошо. Как будто на меня смотрят сверху. Как я и думала. Ты определенно странная.
Что-то падает, или что за скрип такой? Мне показалось, какая-то... А. А, вы нашли меня? Я так много работы вложила в это покрытие. Нет, опять... Мы уже встречаемся с этим Джотаро. Только я о нем говорил, похоже, судьба настигла меня. А, я такой трус. Так трусливый, что мне пришлось привлечь больше людей, чтобы убить девушек. Так вы ненавидите меня? Если вы скажете, что ненавидите меня, я превращу вас в замечательную диораму. Как маленький абсолютно артист, я приложу все свое умение в это. Куда все? Почему на нас набросились? Окей, игра, окей. Я больше... Все просто... Пока не вижу родителей Макоты, я не умру. Я не понимаю, мы только что были... Только что на нас набросились, был Джетерн. Перед нами стоял, и он исчез. Окей, играю. Я понимаю. Окей, Ра. Найс шот. Все? Серьезно, куда просто все исчезли? Какого черта? Их больше нет, верно? Это все? Кажется, что этот отвратительный мелкий пропал тоже. Он должно быть сбежал во всей этой во всем этом переполохе. Ему лучше не знать, что нас внутри. На самом верху, наверное, он и будет, да? Главный босс башни. Эр, ты не думаешь, что это была ловушка белого Монокумы? Да, мы вернемся, отомстим ему за эту ловушку. Не может быть, это Широкума не сделал бы этого. В любом случае, это точно опасно. Ты серьезно? Ты уверен, что собираешься делать? Хочешь делать это? В смысле, у нас нет никуда вернуться обратно? Я даже не знаю, что еще можем делать. Так что в таком случае единственное, что мы можем делать, это двигаться вперед. Пессимистичный оптимист. Но почему ты выглядишь, как будто ты не хочешь делать это? Да, в чем проблема, Тока? Расскажи же нам. Ты уже с самой базы как-то себя странно ведешь. А? Что ты имеешь в виду? Она трясется больше, чем обычно. Первый раз такое вижу, по-моему. В смысле, не похоже, что ты хочешь идти в башню Това? Ты беспокоишься о чем-то? Не то чтобы, ты просто слишком сильно много думаешь. Надеюсь на это. Ха. Ох, Тока, надеюсь, ты рано или поздно нам скажешь, в чем твоя проблема. Что ж ты так переживаешь о чем-то постоянно. Даже нам расскажешь про нашего Они-чана. Окей, я думал уже... Только машина сбила, но, к счастью, нет. Все обошлось. Что ж, идем. Внутрь заходим мы. О, вау, я представляю, какая это будет башня. Что это за место для обзора?
Обычно всякие деревенщины посещают такие башни. Такая фраза сделает у тебя много врагов быстро. В любом случае, нам надо попытаться связаться с высокой точки, чтобы преодолеть зависающие волны, верно? Так что я попробую подняться на самый верх. Да, в лифт. Видишь, если мы используем этот лифт, нужно добраться до верху очень быстро, верно? Да, точно. Лифт для этого и нужен, чтобы добираться куда-то побыстрее. Блин, что за огромное здание такое? Прям здоровое. А, я вижу уточку, кстати. И опять школьников, ну боже. Что у вас за фишка такая? А, может, улучшение? Что-то, блин, так намного дают всякого. Что-то не подсказывает, что там, правда, сверху будет босс. Но, блин, тут даже есть такая... Нет. Нет, я не собираюсь по лестнице идти. Да, блин. Даже не дают ничего посмотреть, игра. Окей. Весело, да, вам, девочки? Письмо от работника к башне Товы. Что произойдет с работой с этого момента? Я серьезно ненавижу себя за то, что думаю о работе в такое время, но... Интересно, сможет ли фонд будущего или полиция прийти и уничтожить Монокумбу к завтрашнему дню? Я надеюсь на это. Если они это не сделают, это будет для меня плохо. У меня есть работа, о которой мне нужно думать. Ты реально думаешь о такой работе. Я думаю, наоборот, возможно, стоит взять отдых. Посмотрим, что можно улучшить. Что же можно улучшить? Не особо я что-то хочу улучшать на самом деле. Но мы можем взять... Можем взять. На всякий случай. Не помешает. Не помешает. Что, можно взять только что-нибудь, может быть. Хай. Ксу-ксу. Окей, что ж, мы отправимся мы на верх башни этой следующей серии, пожалуй. И спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайк, всем понравилось это видео. Вступайте в группу ВКонтакте. И до скорых всем встреч. Пока. Увидимся. Скажи пока только. Не трясись, я с тобой. Не переживай. И всем пока.